Привет, ребята, с вами снова Анна. У меня новая посылка. Хотите, покажу? Вот такая у меня посылка. Давай будем открывать, посмотрим, что там. Как, да! Как ты думаешь, Аня, что там? Мультик. Мультик. Ну, давай посмотрим, что за мультик. Игрушки из мультика. Думаешь, игрушки из мультика, да? Угу. Вот что за мультик. Ух ты, какие игрушечки симпатичные. Открываем пакет. Все запакованы. Что это за мультик, Анечка? Как называется мультик? Моана. Моана! Ты угадала. 1000 лет назад, когда полубог Мауи украл сердце матери островов, проснулись монстры и пала тьма. Моана, океан выбрал тебя. Отправляйся за риф и спаси всех нас. Мама, смотри, да, это лодка. Да. Ничего себе, даже лодка есть. Петушок такой смешной. Петушок с такими глазами. Что там еще? Поросенок. Какой симпатичный поросенок. Давай будем все открывать, они все так хорошо запакованы. Яркие игрушки. Да? И мальчик. И мальчик. Вот. Вот у него что? Сюда. У него волосы как у Анны, только у Анны длиннее волосы. Да. А это Мауи, да? Точнее, Мауи, многоликий полубог ветров и морей, герой молодых людей. Мауи. Я перебил, продолжай. Вперед. Открываешь его? Угу. Помоги ему выбраться из пакета. Или, подожди, а тут нельзя? А, нет, надо обрезать пакет. Давай, обрезай. Не хочу ему ногу отрезать. Правильно, не надо резать ему ногу. Ты же ногу не попала. Ой, 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 ой. Ого, такой цвет яркий. Яркий, да, красивый. Угу. А ну-ка покажи. Смотри, какой он прям блестит, блестящий такой. О, в руку вставь. Такой крюк. Угу. А как, кстати, он называется? Этот крюк. 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 Его зовут Крюк. Здравствуй, Крюк. Как дела? Это Мауи. Мауи. Это его оружие, смотри. Какой. Ух ты. Такой блестящий. Да. Он может превращаться в акула, он может птицу, да? Да. Он может еще превращаться в маленькую рыбку. И в жука может превращаться. Какой блестящий. Ох. Руки двигаются. Смотри, кисти у него поворачиваются. Угу. О. Прям даже ногтики у него тут такие. Там синенько чуть-чуть открыто. Смотри, ожерелье серебряное. Так красиво, вот он... красиво прорисованы у него вот эти... листья, которыми весь в татуировках. Слушай, о, а тут кнопка. О, смотри. Ой,
Оказывается, смотри, светится. Там кнопочка сзади есть. Смотри, как ярко светит. Смотри, как фонарик. А ну стой, стой, давайте на тебя посвечу. Смотри. Сейчас. Ой, я пальцем закрыла, да? Смотри, как ярко светит. А у Анны нет. У Анны нет ничего там такого. Вот кнопочка. Оля, я тебе посвечу. Посвечи на меня. Нормально, посвечи. Сейчас. Ух ты. Так далеко светит такая лампочка мощная. Блестящая, смотрите. Да, блестящая на платье, да, блестки. Так, а у него серебряное вот здесь ожерелье, прям серебряным такое покрашено. Ой. Любим лопать шарики. Давайте лодку откроем. Открывай лодку. Петушок. Такой симпатичный петушок. Пучеглазый такой. Хей-хей, петушка зовут. Хей-хей? Ну да. А, точно. Хей-хей. Хей-хей зовут. Да. Смотри, такая лодка прикольная. Ты правильно? Да, мне кажется, наоборот. Наоборот, наоборот, наоборот. Лодка! Боги подарили мне! А вы знаете? Да? Почему? Что? Вот это нарисовано. Почему? Потому что у нее вот этот камушек. У нее было ожерелье такое. И бабушка дала, когда умирала. А потом она жила и была такая же, и была светящая. Светящаяся, да? Угу. И она положила тут камушек в зеленый себе сюда. Тоже ей не получила. Ого, бывало пуло, бывало пуло. Ты кто такой, петух? Я тебя сейчас холодец. Фу. На бульон. Эй, я петушок мамы. Не надо. Не надо бить петушка. Это Лана говорит. Да, не надо бить моего петушка. Спасите меня. Из пакета. А ну дай. Дай. Давай. Дай, пожалуйста. На, на. Ты думаешь, ты... Нет, ты этим не откроешь. Нет. Колющих и режущих предметов нету в наборе. Вот, смотри. Моана запакована в такую. Смотри, тут не надо резать. Оп. Моана. Моана. Да, смотри. Оп. Она на лодке. Ой, для лодки она подходит. Не упадет она? Ставь ее так, чтобы она не упала. Она сюда упадет. Упадет лодка легкая. Да. А петуш... А петушок тоже упадет? Петушок? Угу. Нет, петушок не падает. Петушок стоит на лодке. Я поплыл, это для меня лодка. Кукареку, это для меня лодка. А, такой. А, перед этим Мауи. Мауи всегда рад угодить своим почитателям. Стой, погоди, это моя лодка. Ты это лодка. Звонил? Лодка Маны. Ой. Согласен? Ва!
Думал, прокатит. Петушок, я тебя свалила, потому что ты мою лодку свалил. Да. Так хорошо разукрашен петушок. Красивый такой, аккуратненький. Прям как в мультике. Да, и вот этот тоже. Оп, такое выражение лица так улыбается. А вот так должно, наверное. Да, а ну давай посмотрю. А почему ты... Нет, а ты имеешь в виду, чтобы грести? Грести, да? Ну, может быть, можно... Ага, ты думаешь, если она будет грести, то она будет держаться, стоя на лодке, да? Она так держит эту штучку, как будто по-настоящему. Да, по-настоящему. А, смотри, ты видишь у нее красиво, вот на игрушке, блестящая такая юбка гофрированная, как золотая парча. Красиво сделали игрушку, а сверху как фартушек, да? Аня, смотри, ты видишь? Ты видишь, смотри, тут золотая такая, и тут цветочки такие тоже золотистые. И кофточка такая, волосы красивые. Ты сказала, как у принцессы Анны? Только у Анны длинней? Да? Нет. А у кого такие? Я сказала, у него короче. А, Моаны. Все, я поняла. У него короче волосы, а у нее длинней, да? Такие черные смолистые волосы у обоих. У нее такие волнистые были, а у него такие кудрявые. И кнопочка. Моана, тебе темно? Да, темно. А так? А так хорошо, спасибо. Аня, тебе темно? А теперь? Ой, сейчас. А теперь? Да. Теперь светло? Такой мощный фонарик у него. Открывай, давай, поросеночка открывай. Как поросеночка зовут? Пуа. Пуа, правильно. Красивый такой поросеночек, симпатичный. Смотри, у него... Ой. Ой. Слушай, а Моана падала или стояла? Где? Подожди. Она легкая, она падает. Она легкая и падает? Слишком легкая, чем вот это. И чем петушок. Тем лодка, чем петушок. Моана просто устала. Какой симпатичный поросеночек. Это мой друг. Аня, спасибо, что ты моего друга высвободила из пакета. Аня, я буду с тобой играть. Да? Такие оранжевые лапки, яркие, глаза на выкате такие, пучеглазенький петушок. Ой, смотри, тут тоже блестящий такой, блестящие пятнышки, под золото блестят, такой улыбающийся. Мы хотим с петушком вернуть, дать тебе. Моана, ты, кажется, что-то забыла. Что забыла, Моана? Моана! Сейчас я почухаю за ухом. За ухом почухаю. Эй, это мое, не трогайте. Это мое. Это мое оружие. А, стоп, вот так. Вот так оно держится. Наверное. Вот так. Оп. А, вот оно. Нашли? Я. Давай попробуем Моану покатать на лодке. Давай. Thank you.
Берегитесь, Линка, берегись. Ой, смотри, две фигурки помещаются на лодку. А меня забыли, я сейчас вам... Ладно, я вам посвечу. Опа, я буду маяк. И станешь героем.